Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Герман, и мы продолжаем играть с вами в игрушечку Don't Starve. Что хочу сказать, я построил базу, но, увы, я немножечко разочарован, в том плане, что я неправильно построил базу вот здесь. Хотел в дальнейшем как бы видео начать снимать, но вы, то есть, понимаете, да, что база не та, что я хотел. Extreme Red Mushrooms. Типа гриб будет расти. Хочу найти, я сделал силков, хочу найти зайцев и уже непосредственно зайцев половить, потому что есть мне нечего и очень такое место неудачное, вот правда попалось. Я там посадил кусты, но кусты, сами понимаете, что такое кусты. Кусты много еды не дадут. А зайцы дадут. Вот нора заячья. Так. Давайте установим тут. Видно же будет, видно, да, что поставил. И еще, наверное, травы еще надо будет на своей базе. Я вот думаю переехать вот сюда. В принципе, тут неплохое место, правда, вода близко. Здесь, конечно, тоже близковато вода, но вот тут свиньи еще есть тоже, что опасность. Везде опасность, вот честно скажу. Либо переехать вот где-то вот тут сюда, вот в это место. Тут зато травы много, есть зайчьи норы, есть как бы кусты. Я вот это все сюда перенесу. Наверное, я этим и займусь. Потому что, ну правда, мне что-то то место действительно не понравилось. Мне кажется, будет какая-то фигня. Поэтому надо осуществлять свой переезд. Я уже понял, что с едой косяки. Реально косяки, и надо с этим что-то делать. А сделать я это могу только тогда, когда, то есть, сами понимаете, у меня будет нормальная база. Пока базы нет. Я думал, то нормальное место, но, увы, как оказалось, я ошибался. Так, вот еще нора. Давайте поставим ловушечку возле этой норы. И у меня еще есть две ловушечки. Блин, а где еще факел у меня? Ух, ё-моё. Пипец, чуть не умерли. Вот это был бы эпик фейл. Умереть во второй серии. Класс. Убираем факел. Офигеть. Да, чего-чего, о смерти я, конечно, не ожидаю и совершенно не хочу. Так, ну в любом случае, сейчас нам надо будет все перенести. Сейчас еще один силок поставим. Вот гляньте, сколько тут заячьих нор, да, вот, то есть, как бы, вообще крутяк. Реально крутяк. Травы тут много. Здесь бифала нет. Может быть, прям вот здесь построить? Или все-таки здесь будем строить? Даже как-то и фиг знает. А может, они потом придут сюда? Конечно, это не факт, не факт, далеко не факт, что они придут, но... Кто его знает, я просто давно не играл в эту игру, может быть тут много чего поменяли, и может быть они действительно могут приходить, уходить, вот такая вот хрень может быть у них есть. Я такого не знаю. Еще винку приходит кирдык, я думаю надо его выкинуть, надеть шапулю. Шапуля, не знаю, повышает интеллект или нет. Что вообще может повысить интеллект? Наверное, какая-нибудь еда. Но я пока ничего такого не делал из еды суперского. У меня вообще с едой проблемы капитальные. Вот кто говорит, что с едой нет проблем, увы, с едой реально проблема. Вот у меня проблема с едой. Я не могу себе нормальной еды найти. Поэтому будем выкапывать кусты. Будем их сажать рядом с собой, рядом с новой базой. Тут, конечно, и пауки рядом, ну, хрен с ними. Я уже, правда, не знаю, где делать базу. Вот этот вариант мне больше всего нравится и устраивает. Есть заячьи норы. Правда, ничего не вылазит, гады. Вот, вот, один есть. Крутяк. Одного мы с вами поймали.
Вот тут еще сами вот ставили. Почему бы нет? Вообще класс. Может быть тут еще уже вот еще поймался. Ну вообще крутяк, гляньте. То есть вообще класс. Только жалко, что они в разные ячейки складываются. И одного мы сверху там поставили. Давайте тоже его посмотрим. Думаю, там тоже поймался и тоже заберем. Вот, да. Сейчас поставим еще одного. Так, вот, еще поставим. Если я не ошибаюсь, их немножечко тут жестоко. Вот так, чпуньк. И готов, заяц. Да, жестоко, жестоко. Ну, мир жесток. Если ты хочешь жить, ты должен себе добывать пропитание, должен добывать еду. Три зайца мы с вами загасили. Загасили. И вот правда, вот есть идея, вот тут вот базы. Но, наверное, построю вот здесь. Пофиг, будут бифалы, не будут бифалы. Вот я, кстати, не знаю насчет кустов. Будут ли ягоды вот тут здесь расти. Ну или построю вот здесь вот рядышком. Это эти ягодные кусты. Вот тут, блин. Ух, ё-моё, тут уже второго уровня эта хрень. Пипец, вы жесткие. Орёте нафиг. Офигеть, их сколько повылазило. Пипец. Не, я не вывезу нафиг. Убегаем, убегаем. Кипиш я не вывезу, это 100%. Это 100%. Тогда вот, надо принимать, да, надо принимать какое-то решение. Принять решение остаться именно вот здесь. Забахать себе базу. А костер, наверное, такой... А, нет, чё. Я думал, один такой костер можно, но, увы, нет. Можно больше. Давайте все делаем здесь. Сейчас пожарим. И нормально, наконец-таки, поедим, потому что сейчас можем сдохнуть. О! Ой, и жизни подвосстановили немножечко. Ну, слава богу, уже хоть заяц далеко отбежал, это будет его фатальной ошибкой. Ух, нифига. Блин, он куда-то в нору бежит. Офигеть, у него глаза выпущены просто. Все. Все, это была твоя ошибка, дорогой. Нельзя было далеко от норы убегать. Ну так, в принципе, их можно и ловить. Этих зайцев. Не обязательно и силки ставить. На перерез ему так вот. Давай, давай. Сейчас ты выдохнешься, родной. И сдохнешь. Офигеть, я его загнал. А, давай! За нас и за Сибирь, и за Кавказ! Пипец. Того убил, этого не могу. Ладно, хрен с ним. Ну тебя, птицу сможем? Нет, не сможем. На птицу надо специальную хрень. Ладно, будет у нас... Один заяц. Этого отпустим. Хрен с ним. Пусть бежит. Мы его в следующий раз завалим. А пока сейчас все пожарим себе. Кстати, костер, чтобы не тратить дрова, можно распаливать вот этими вот цветками. О, ягоды прям хорошо мне так подвосстановили. Я прям рад. А ну-ка, пошла вон, дай семечек. Мне тоже хавать хочется. Кто это? А, вот почему на поле нельзя. Видите, вот это... Видите, видите, он пропал. Вот этот урод. Он, короче, в сундук залазит и тырит золото, по-моему, если не ошибаюсь. Вот почему на поле дом нельзя делать. Я забыл. Я забыл. Поэтому дом будем делать вот здесь где-то. Вот здесь. Хрен с ним, что так далеко. А может быть, реально там и останусь. Единственное, что я сделаю, это натаскаю
как она называется, подскажите, кустов вот этих вот ягодных. И буду уже насажаю их дома. Сейчас сколько у меня этих кустов? 5 кустов. Чтобы у меня было действительно много кустов, обустрою себе там фермы, чтоб я вообще ни в чем не нуждался. Вот траву там понасажаю, всего-всего остального. Я думаю сделать вот кустов, сколько там? Ну, кустов 10 сделать. Я думаю, это да, даже можно и поболя. Я думаю, этого хватит, 10 кустов, прям с головой. И можно уже будет от этого отталкиваться. Плюс надо будет сходить за камнем. Ничего, потихонечку будем развиваться, потихонечку всего добьемся. Сейчас все это сделаю. Сделать лопат тоже много, накопать вот этой травы, засадить там. То есть все надо замутить. Я, правда, не знаю, за сколько за день или за сколько вырастает вот этот вот сток травы. Кто знает, тоже напишите в комментах. Угу. Так, палки еще нам нужны. Блин, нам всегда нужны палки, вот эта всякая хрень. Еще и факел быстро тухнет. Ну что, сейчас уже ночь закончится. Угу. А пока бежим к себе домой. Вот уже 7-й или 8-й день. А мы еще как бы ни хрена ничего такого не сделали. Что как бы очень плохо. У нас нету ни ферм, нету ни забора. Мы совершенно с вами голозадые типы. Вот правда, вот по сути дела. У нас ни черта нету. Мы с вами голожопые. Ни угля, ничего нет. Буду собирать цветы, буду этими цветами полить свой костер на ночь. Они будут нужны. Да, шапочка повышает интеллект. Пока на кустах ни одной ягоды нету. Я надеюсь, что... А может их надо подкармливать говном? Блин. Ну а как еще назвать реально говном? Я просто не знаю. Моя плантация кустовая. Сейчас посадим. Ну, о, даже еще один остался. У меня же 5 было. Все, отлично. Посадили. Четенько. Так, ну как видите, база есть у меня. Ну, правда, еще я мандрагору нашел 2 штуки. Куда их девать, я, правда, пока не знаю. Поэтому, кто знает, пишите в комментах. Я без понятия. А пока вот, я думаю, надо сгонять, наверное... Так, еще семечко. Что мы можем взять? Нам надо что-то с огородом сделать. Нам надо вот каках насобирать обязательно. Big Improved Farm. Basic Farm. Я вот не знаю, вот либо такой огород, либо такой. Потом вот бибокс это, то есть пчелы, они будут мед давать. Но это нам, это у нас сушилка для мяса, по-моему. И холодильник. Давайте насобираем на вот эту, на крутую ферму, если получится у нас насобирать. Для этого надо отправиться к бифалу вот сюда. Вот сейчас мы вот так вот обойдем с этой стороны. Я как раз проверю эту теорию, можно ли так или нельзя ходить к бифалу. Плюс тут свиньи. Свиней можно попробовать загасить этих. И нам с вами будет тоже еда еще. Кстати, их, наверное, надо гасить, потому что я не помню, когда в полнолуние или когда у какая-то еще дырка. Не понял я, что я сделал. Ну и ладно, хрен с ним. Да. Мы с вами, конечно, поселились, а прям вот рядом с густым таким лесом. Но надеюсь, это никак не повлияет ни на что. Так, вот еще есть какахи. Отлично. Давайте, хавайте быстрее и опорожняйтесь, потому что мне нужны какахи. Угу. Сейчас побегаем, пособираем. Нам вообще их надо до хрена, потому что нам еще надо кусты удобрить. Я так понимаю, если мы кусты с вами не удобрим, там на них расти ни черта ничего не будет. Вот это будет проблема. А, еще и проблема, что у меня ноут скоро сядет, написано 15 минут осталось.
до разрядки. Ну ладно, мы с вами успеем записать серию и потом пусть садится. Так, давайте, давайте, ребятки, больше какашек. Мне нужно больше какашек. Ё-моё, как это звучит дико. Ну еще плюс пока и семечки собираем. Двойная польза. Жалко, тут у них зайцев, по-моему, нету. Слабенько, да, что-то? Их еще можно подстричь. Если взять ножницы, их можно еще подстричь. И можно собрать с них шерсть. Что, в принципе, надо будет делать. И вообще надо отправиться будет за камнем, за всем остальным. Или может пока ферму не строить, а построить этот... Не построить, а точнее удобрить кусты. Как вы считаете? Я считаю, что все-таки, наверное, ферма нам нужна. О, блин, проснулись крысоглоты. Идите в задницу. Да иди ты. Жалко, что они на бифала не нападают. А вот эти, как их, подскажите, оборотни, которые вот, то есть от свиней, они нападают. И их можно стравить друг с другом, и тогда потом, ну правда, бифалы умрут. Я вот не знаю, кстати, они возрождаются потом или нет, когда они умирают, или все, ты их истребил, и пипец, их больше не будет. Кстати, вот, вот этих вот пауков можно захреначить и собрать отсюда паутину. Так, ух, ни хрена, я не ожидал, ребят, что у вас столько будет, ну правда. Это уже перебор. Ух, ёпты. Одного забили. Нас, нас. Вот это мясо, вот я не помню, куда его нужно девать. Вот это тоже что-то новое, я такого никогда не собирал. Так, никого нету тут больше. О, отлично, сейчас заберем паутину, потому что она нам нужна для различных этих, ну, там, исследования такая штука. Отсюда, по-моему, тоже все вылезли. Вообще отлично, как раз там, я не помню, сколько нам надо паутинок, но что-то туда, в ту степь. И забабахать один факел. Все, ночь мы с вами переживем, насобираем еще каках. И вообще у нас все замечательно. Да блин, ребята, ну что такие вы говеные, а? Офигеть, сколько их прилезло. Ёшкин кот, я с таким количеством не совладаю. Я, блин, сдохну. А их еще бить надо по три раза. Ёперный балет, ребятки. Эпик фейл, эпик фейл. Редлей. Офигеть! Не ожидал, я не ожидал, что вторая серия у нас будет смерть. Охренеть, реально. Да, я думал, я больше проживу. Печально, печально. Хм. Ну ладно, дорогие друзья, давайте на этом закончим нашу вторую серию. Не ожидал я, что я погибну, но раз так, то так тому и быть. Всем огромное спасибо за просмотр. Давайте в третьей серии уже непосредственно я обследую карту, построю базу и уже начнем, чтобы вы не смотрели то же самое. И естественно, чтобы было уже потом интересно. Всем огромное спасибо, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, а также поделитесь видео с друзьями, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. С вами был Герман, всем до скорых встреч, пока-пока!